Здравствуйте. Я нахожусь в Центре социальной помощи семье и детям. Именно здесь размещается студия программы «Кадр». И именно отсюда выходят те детские телевизионные программы, которые уже многим полюбились, и многие знают их в районе. А это как раз ребята, юные корреспонденты. Привет! И одна из журналистов юных – это Алина Пелевина. Здравствуйте. Здравствуй, Алина. Скажи, вот как тебе занятия в этой студии? Мне очень нравится заниматься в детской студии телевидения «Кадр». Мы всегда делаем что-то новое и необычное. То есть репортажи у нас не повторяются, а кто-то делает репортажи про спорт, связанные со спортом, кто-то про праздничные даты, кто-то про чудеса света. А вот твоя любимая тема какая? Праздничные даты. И какие, например, может быть, самые любимые есть? Или ближайшие какая-то? Скоро Новый год, и поэтому, я думаю, буду делать репортаж, связанный с ним. Скажи, Алина, вот чувствуешь, что ты звезда, что стала популярной среди вот своих одноклассников? Да, чувствую. Мои одноклассники часто обращаются ко мне, спрашивают меня, а вот как ты на телевидении, да, тебя показывают, как это сложно, как вообще это все происходит. Я им с радостью все объясняю, даже показываю. На классных часах в школе мы смотрим мои репортажи, ну и вообще всей программы нашей. Меня оценивают, как бы проводим опросы, кому какая программа больше понравилась, почему. Всем все нравится. А чем запомнился тебе этот год? Мы побывали два раза в Москве. Первый раз на фестивале детского телевидения «Включайся». А второй раз мы побывали на всероссийской выставке-форуме «Вместе ради детей, вместе с детьми». Как воспринимали? Радушно. Нам все объяснили, все показали, рассказали, что мы хотели узнать. А в Москве вообще впервые было? Да. Чем Москва тебя поразила? Большой город, шумный, очень красивый. Побывали на Красной площади, на ВДНХ. Ни разу там не была, поэтому очень впечатлила. Еще один юный корреспондент – Анна Любченко. Аня, скажи, а ты почему решила заниматься журналистикой? Потому что это очень интересно. Также я в будущем планирую стать корреспондентом. Работать на центральном телевидении или заниматься, может быть, радио, газетой? Ну, я думаю, в направлении радио. Радио тебя больше привлекает, да? А какие темы вот тебе больше всего нравятся? История. Также благотворительность. Скажи, вот этот год чем был замечательным? Что такого запомнился? Чем запомнился? Вот совсем недавно, 1 декабря, мы ездили на награждение в город Бор. Мы сняли социальный ролик на тему «ЗОЖ – это модно». Я была очень рада узнать, что мы заняли первое место. Я сразу начала готовить речь. Я хотела поблагодарить всех тех, кто помогал в создании этого видеоролика. Наши любимые руководители – Игорь Николаевич Чешков и Надежда Витальевна Любимова. Надежда Любимова, руководитель детской студии телевидения «Кадр». Надежда Витальевна, вот расскажите о ваших подопечных. Насколько талантливы ребята? Ну, ребята, они, конечно, все разные, но хочется отметить один единственный такой большой плюс, без которого вся наша работа в детской студии телевидения «Кадр» просто не состоялась бы. Их влечет вот это дело, их влечет журналистская стезя, у них очень много своих идей, у них много своих проектов. Им нравится этим заниматься, и поэтому пусть работы пока получаются не очень, скажем так, профессиональные, но они такие чистые, свежие. А дети умницы, дети талантливые. Я думаю, у нас будут более такие масштабные, серьезные проекты. Ну, детские, конечно же. Если говорить о том, когда задумывалась детская студия телевидения, да, и вот сейчас, спустя полтора года, все ли оправдалось, все ли ожидания, что вот задумывали, и что сейчас? Результаты какие-то видны? Ну, детская студия телевидения «Кадр», она задумывалась в начале как, в общем-то, такое некоторое детское информационное агентство. То есть новости, детские новости с какой-то периодичностью выхода в эфир. Но в том формате, в каком мы работаем, то есть мы не можем часто так встречаться, да, для того, чтобы вот такие выпуски готовить информационные. Вы же знаете, что если вчера это уже не новость, а
такая вот уже информация, которую следует забыть. Поэтому мы перестроились работать на тематические программы. Обсуждаем с детьми, что им интересно, чем они хотели бы заняться, какой частью проекта. И да, и уже работаем. Вот буквально сегодня мы закончили проект «Спорт – это здорово», где рассказали о тех секциях, кружках, которые есть в новом ФОКе Александр Невский, вот здесь неподалеку от нас. И сделали это в необычном таком формате, в виде экскурсии, спортивной экскурсии. И впервые наши дети были не просто рассказчиками, то есть они не просто рассказывали о том, что делается, например, в тренажерном зале. Они были непосредственно участниками того, о чем они рассказывали. То есть, если это значит фигуристы секции фигурного катания, значит, наш юный корреспондент Алина Пелевина, она тоже в числе фигуристов. Если это тренажерный зал, значит, корреспондент, он непосредственно на силовых тренажерах, на других все это рассказывает. Вот у нас уже скоро будет эфир этой программы. Мне кажется, она очень интересная такая. Это первая проба, когда дети, рассказывая о событиях, являются непосредственными участниками событий. Вот этих. Вот как-то так. Но у вас такая уже все-таки сработанная команда, да? А вот новым вливанием были бы рады? Да, мы были бы рады новым вливанием. И я думала, что после районного конкурса видеороликов «Моя семья» у нас будет наплыв. Ну, наплыв, я не хочу сказать, что десятки сразу юных корреспондентов к нам пойдут и захотят трудиться вместе с нами, работать. Но такого не случилось. Вот две кандидатуры, девочка и мальчик, у нас есть, 10-12 лет. Пока, в общем-то, мы с ними в частном порядке вот рассказываем, что, как делается репортаж. А вот возраст ваших юных корреспондентов, как считаете, какой такой самый, ну, такой приемлемый, самый выигрышный? Когда начинать? Да, да. Ну, если вот говорить о программах таких тематических, я имею в виду не об отдельных таких маленьких зарисовках там, или небольших простеньких репортажиках, а о подготовке целой программы, да, как вот у нас сейчас есть в кадре, то это самый такой оптимальный возраст, мне кажется, 10-12 лет. Ну вот скоро Новый год. С каким настроением подходите к этому празднику, всеобщему празднику? Все, наверное, любят. Как-то готовитесь? Может быть, вместе будете отмечать с ребятами? Нет, ну вместе мы, конечно, перед Новым годом мы посидим за чашкой горячего чая, наверное, с тортиком. Вот, обсудим планы на следующий год. В каникулы мы работать не будем. В том году мы работали в каникулы, и в каникулы в этом году нет. Они у нас немножко отдохнут. Вот. Пожелаем друг другу счастливого Нового года. И чтобы в Новом году с новыми силами мы начали новые интересные проекты, которые будут интересны не только нам, но и нашим телезрителям. Влад Будилин. Здравствуй, Влад. Здравствуй. Который прослыл здесь сам себе доктором. Именно так называется вот рубрика, которую ты ведешь, да? Вот да. О чем ты рассказываешь в этой рубрике? Я не рассказываю о полезных лекарственных растениях, которые растут на нашей Гроездской земле, на Нижегородской земле. Ну какие, например? Например, подорожник, крапива, зверобой. Так а чем они полезны? Зверобой помогает от очень многих болезней. В народе даже есть поговорка, что зверобой помогает от 99 болезней. А почему ты выбрал вот именно это направление? Почему оно тебе интересно? Ну, наверное, потому что в будущем хочу стать доктором. Что ты делаешь для того, чтобы стать в будущем доктором? Как ты готовишься уже? Ну, я биологии много учу. Пятерка у тебя по биологии? Конечно. А чем еще увлекаешься? Еще мне очень химия нравится. Какие-то кружки посещаешь еще? Ну, я посещаю кружок английского и плавания, но больше ничего не посещаю. Но все равно много всего. Как все успеваешь-то? Ну, просто беру и успеваю как-то. Время есть. А вот про профессию журналиста, вот что бы мог сказать? Какая это профессия? Это тяжелая профессия. Чтобы ей заниматься, нужно много сил и времени. Нужно уделять внимание как русскому языку, произношению, так и просто образованности, про разные направления знать. Но все-таки у вас детское телевидение. Наверное, все равно это больше какая-то игра? Нет, это не игра. Мы же снимаем для взрослого канала. Поэтому все по-взрослому. Да.
Да? И к темам, к выбору относитесь очень так серьезно? Да, чтобы было интересно зрителям и полезно тоже. Ориентировано больше вот на кого? На взрослое население или все-таки на своих сверстников? Все-таки больше на своих сверстников. Ну, а что этот год вот принес тебе и детской телевидении, студии телевидения и кадры, чем он запомнился? Ну, он запомнился, во-первых, поездкой на детский фестиваль «Включайся», который прошел в Москве, в Останкино. Там мы много сверстников увидели, которые одного сами возраста и в то же время тоже снимают репортажи. Интересно было пообщаться с ними? Конечно. Это же считать друг другом, опытом делимся. Сейчас вот телестудия «Кадр» над чем работает? Мы работаем над новым проектом, но мы не будем раскрывать все, что про него будет. Скажу только, что мы поедем с ним на детский фестиваль «Включайся», который опять пройдет в Москве. И мы именно с ним поедем, чтобы показать его, и надеемся, что его оценят по достоинству. Миша Кудряшов. Здравствуй, Миша. Здравствуй. Как ты себя чувствуешь звездой? Ну, на улицах еще пока что не узнают, но я думаю, это дело времени. Вообще хочешь продолжить вот карьеру, допустим, быть каким-то известным журналистом, корреспондентом? Да, возможно. А чем ты увлекаешься? Я увлекаюсь спортом, в частности, футболом. Мне это нравится, и снимать про это тоже очень интересно, я думаю. Как занятия ваши проходят вот в студии? Приходите вот в студию, да, и как вы вот готовите материалы, как вы работаете над темами, что выбрать, что не выбрать? Ну, мы прежде всего обсуждаем новую тему, советуемся, выбираем место съемок. А интересно вообще проходят занятия? Как проходят? Вот интересно тебе, что здесь нравится? Ну, мне нравится здесь атмосфера, коллектив, он очень веселый. С ним интересно. Девчонки красивые? Да, возможно. Умные? Умные? Да. Талантливые? А вот если вот оглянуться назад, да, вот из тех материалов, которые ты уже выпустила в эфир, какой репортаж был самым удачным? На мой взгляд, самый удачный репортаж это был про 7-ю школу. Там мы рассказывали о медалистах, о лучших учителях Городецкого района. А для детской студии телевидения «Кадр» и для тебя лично чем запомнился год? Ну, мы ездили на телеканал «Волга». Нам очень понравилось, так как мы узнали много нового, сделали какие-то выводы для себя. Как считаешь, журналистам вообще быть сложно? Да, конечно, это же прежде всего большой труд. Много знать, наверное, нужно, да? Да, нужно читать много, образованным быть. Игорь Чижков, который отвечает за техническую составляющую программы «Кадр». Игорь Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, вот для того, чтобы заниматься съемками, для того, чтобы заниматься монтажом, ведь нужны какие-то определенные знания, навыки компьютерных программ определенных, да? Вот как ребята осваивают? Конечно, детям сложно сразу, вот, как профессионалам, работать с камерами, с компьютером, с программой, которые нужны для монтажа. Но мы потихоньку изучаем это все. Мы стараемся освоить азы видеомонтажа, стараемся освоить азы операторского искусства, но все равно основная работа техническая моя, потому что программа идет в эфире серьезной телекомпании, и нам надо соответствовать уровню. Поэтому, ну, я надеюсь, там, со временем уже они меня будут заменять в чем-то. Ну, а снимать ребята тоже пробуют? Да, конечно. То есть мы снимаем и монтируем, но основной монтаж мой, сбор программы. Ну, кто больше вот к этому, к технической части, да, радеет? Девчонки или мальчишки? И все по-разному. Камера, она штука такая интересная, вот, она всех привлекает. Поэтому не сказал бы я, что... Конечно, девчонкам тяжело таскать вот это вот оборудование большое, оно же громоздкое, и поэтому парни таскают. Ну, девчонкам, наверное, все-таки интересно, наверное, прессоваться в кадре, да? Мальчишки как-то могут и за кадром, ведь, наверное, постоять за камерой. Ну, кому как, да, наверное, так. В основном у нас вот в кадре девушки,
Ну, а прогресс есть? Да, конечно, за год мы уже чувствуется рост, мы выросли профессионально. То есть мы, программы наши стали насыщенными, они себя чувствуют свободнее в кадре, вот, и уже снимать, работать легче. И сколько программ выпустили за это время в эфир? На сегодняшний день 12 программ. Мы надеемся, что в таком же темпе мы будем работать и дальше. То есть месяц программа будет выходить у нас. Ну, если будет больше у нас сотрудников юных, может быть, и чаще будем выходить, не знаем. Пока не знаем. А вот в плане технической составляющей, как вы думаете, когда могут ребята вас заменить? Ну, хотя бы на 50%. Чем чаще будем тренироваться, чем чаще будем изучать это все дело, тем быстрее они освоят. Чем быстрее освоят, тем быстрее будут мне помогать. Как настроение перед Новым годом? Замечательно. Что бы хотели пожелать вот своей детской студии телевидения? Детской студии такого же темпа работы, не снижая темп, новых нам сотрудников, свежую кровь надо нам, свежие силы. Ну и творческих успехов, что еще можно себе пожелать. А еще я знаю, что у вас есть стихи про детскую студию телевидения «Кадр», да? Кто написал? Я. Можешь почитать? Да, конечно. Мы, ребята, дружные, работать здесь не скучно нам. Еще мы все активные и очень креативные. Кружок для нас работа, и отдых, и забота. Он помогает очень раскрыть нам свой талант. И может очень скоро, уже не за горами, земля Нижегородская гордиться будет нами. Все рубрики в нашем кадре одна интереснее другой. Мир путешествий Олеся нас окунет с головой. Влад про травы расскажет, про то, как полезен мед. В историю мест городецких нас Аня с собой поведет. А мы с Михаилом за кадром большую работу ведем. Все необычное, новое мы для программы найдем. Проект увлекательный очень, он интересен нам. А всем, кто помочь стремится, большое спасибо вам. И на этой ноте мы заканчиваем знакомство с детской студией телевидения «Кадр», где занимаются... Креативные, активные, дружные ребята! С Новым годом! Пока!